начинается самая интересная стадия. Это распаковка подарков. Так, Саш, делаем да мы я, это. Да Господи, не орем. Делаем мы это под Дуа Липу. Естественно, вы что думали. Я очень рад, что этот год уже настал, и мы все еще с вами живы. А скажем этому спасибо. Дарение подарков. Я не уверен, что подарки достанутся всем, но, извините, кто-то что работал. В России деньги не достаются. Так, я рандомно достаю подарок, называю дарителя. Нет, называют, да, кто дарил и кому. Дарителя и получателя, хорошо? Поехали. Это мой. Кому? Это Яша. Пожалуйста, быстрый анпакинг. Так, быстро. Анпакинг дома. Yes. Ты чё, здесь конец? Сейчас, это быстро. Да. Нет, быренько. Мы быренько это делаем, давай. Прямо сейчас, Яш, быстро. Нет, это новогодняя традиция. Внимание, Зина сама рисовала вот эти лобстеры. Лобстеры. Умничка. Зачем эта бумага? Рви. Рви реально, ты чё, рви. На выход. Просто быстро. Раз, и всё. Так. Это чайная пара? Это чешская пара из костяного фарфора 1930 года. Она чешская, там есть клеймо. Прямо написано Чехословакия. Да. Красота, вот. И там есть поздравление вот на этой штучке. Можно его прочитать. Ой, мне кажется, поздравление дома прочтем. Не про нацию, Нет. Остальные внимательно наблюдаем за подарками. Алло. Дальше. Подарок номер 2. Ой, это мое. Кому? А там написано. Читаем. Для Тимура от Марии. Я снимаю. Я переживаю. Ребят, так, с вами Элеонора на связи. Пишите ваши реакции, как думаете, как отреагирует Тимур, какие у него вообще эти, как его, волнения, эмоции, да. Ой, страшно, ребята. Да ты оторвать можешь это, ну. Лицемерие. Это же бумага, простите. Только ради эффекта. Почему мой здоровый эффект? Я не знал. Я догадываюсь, что это. Нет, главный подарок, ну типа... Сейчас, я понимаю, да, сейчас я достану цепочку. Подождите, я ничего не вижу. Я не вижу, что это. Второй. Я выключу. Не-не-не. Вот здесь. Подождите, мне нужно посмотреть, что там, я выключу. Это мыло Зелинский. Да, это мыло Зелинский. Это пуля. Это пуля. Где мыло? Там можешь положить все то, что... Кокаин. Хорошо. Кокаин. Нет, я могу пробовать. Мыло, если не нужно, отдашь. Ага, мыло не нужно. Ладно, пойдем отсыпать. Эту цепочку можно повесить. Да. Саш, свет. Да, я понял. А так нечестно, ты свои подарки можешь брать, ты знаешь, что отдашь. Я и третий мой подарок от Тематика. Давай-ка я, блядь, не буду камерный. Давай. Так. Я буду... Классная упаковка такая. Сам упаковывал. Да, я сам упаковывал. Чтоб я скурился! Чтоб ты курил и не брал у меня. Еще от смешного дизайна. Какого? Крапинку бирюзового. Вот такого дизайна. Ну-ка, раз открою, кури сейчас. Это мой. Опять? Это для Зины. Ребята, ножницы где-то будут. Заметь, как упаковку совпадает с подарком. Смотри. Вау, а что это? А вы смотрите, поверьте. Это какой-то челлендж. Это балаклава. Вау, это твой стиль. Хорошо. Я один такая прикольная. Кому? Чей черный пакет? Сейчас принесу мусорку. Черный пакет чей? I don't know. Яша. Это пакет. Ой, да, это для Тимура. Для Тимура. Опять меня. Вадим, снимай. Да, пожалуйста, можно? Блядь. Я уже вижу, я хожу. Это, блядь, смешно. Я только знаю. Сегодня весь царство. Обалдеть. Опять включаю свет.
закрепляем. Что это? Она, да, Саша, откуда столько энергии? Она в алмазах! И второй подарок, чтобы готовить вкусный смузи. Да, да, я как раз сломался. Все, закончили. Тимур, все, мне надоело. Да сейчас. Мне стало так интересно, когда Дима пришел, Тимакин, к нам в дом. Кто еще у нас Дима есть? И принес вот этот белый брикетик, да, с бантиком. И говорит, угадай, что? Для кого? Для Вадима. Это Дед Мороз. А Дед Мороз, да. А там 18 плюс сразу блюри. Нет, давай, открывай. Еще один айкос. Блять, нет, не второй айкос. Открывать не буду, блюри реально придут. Нет, не были, да? Они просто были мне должны с прошлого года. Зачем тебе это? Это мой подарок. Я хочу его подарить Маше Качкян. Ну-ка, открывай, а? По бокам, по бокам. Нет, так, так не достанешь, я много клея потратил. Саш, подожди. Ой, пакетик. Я хочу, чтобы ты не ходила. Какие они красивые. Ой, красивые, правда. Саша. Причем это не балакла? Зовем. Это какие-то винтажные, не знаю, какие-то винтажные. Вот, вот это крабик. Это для тебя, Марк. Блядь, блядь. Рандом. Так, давай, Саш, открываем. Короче, это винтаж. Это такой галстук. Живанши! Извините. Я обожаю галстук. Вот, я увидела тебя фотку, потому что его можно, да, не как галстук, можно как шарфик завязать. Спасибо. Баклан. Да, я тоже хочу знать. Как открыть? Блин! Что-то на армянском. Это конфеты. Дольче Габбана! Бред какой-то. Это какая-то Дольче Габбана! Дольче Габбана я люблю, спасибо. Это для меня? Вадику, пожалуйста. Блин, это вам подарок? Давай не будешь скромняшкой, а? Сама упаковывала с любовью. Я знаю. Знаешь, сколько боли? Да. Вау! Пластинка The Weeknd. И шарфик. И шарфик. Я себя. А что такое? Ой, красивый очень цвет. Извините. Какой бренд? 1811. Чьи цветочки? Это от Яши подарок для Димы и Ромы. Браво! Так, да, мы подписали заказы от Маши The Weeknd. Да. Это прям очень. Да, переворачиваем. Ключевые работы. Темы. Это главное в истории современного искусства. Ключевые темы. Просвещаться, просвещаться. Это Зин. Зин. А, это от Вадика Зини. Доктор Зарт маски. Чтобы свежий. Саш, можно заметить вот с однотонной упаковкой и подарки чуть-чуть? Спасибо. Вот этот подарок здесь написано Диме! От Тимура! Да мы остались, ты шо? От бренда! Посмотри, нас написано. Ну открой хотя бы. Вадим! Вау, что это? А здесь написано Яше от Тимура. Аплодисменты! Лолипоп! Что за коробка такая красивая? Are you kidding me? Ой, это что? Это типа пепельница, но там можно делать все, что угодно, потому что она огромная. Боже, я мечтал об Эрме в своей коллекции. Офигеть! Подожди, если не говоришь, что это пепельница, сколько нужно курить, чтобы там... Ну я не знаю, почему они называют это пепельницей. Внимание, размер. Нужно туда складывать. Я сейчас съебался нам своей пепельницей от моей сцены. С кудряшками. Так, извини, от Саши. Я сам запаковывал. Да, прям так, молодец. Мне нравится. Так, аккуратней. Не замерзла? Что это?
какая-то чашка и какая-то блюдечко. Да? Вау! Блин, какая прелесть! Это что-то типа ручное? Очень красиво, правда. Это фарфор от русского бренда. Девочка из Питера делает. Yellow, что-то там. Конфуз. Что там Тимуру подарили? Это... Правда? Тарелка. Ой, спасибо. Русского бренда, который... И пакетик. Да, твое. Это очки! Резко! Блядь! Ой, вот так вот! Тебе прям зубы, тебе офигенно! Можно так носить, можно без. Очень идет! Вообще супер! Они винтажные, очень старые! Маш, вы супер! Где Маша супер? Круто! Попробуем! Пиздец, я так этого хотел. А мы продолжаем. Ой, это чье? Это Вадик. Ну, пластинка, понятное дело. Извините, какие интересы у человека. Правда, я всегда рад пластинкам, знаете. Короче, это лимитка, глюкоз. Офигеть. Германия. Она так упакована, пожалуйста. А это чтобы не видно было. Круй! Сейчас! Глюкозу люблю. Да. А мы продолжаем. Аккуратнее. Сломаешь по еблету. Ой, а здесь же все написано. Это же Вадик от Тимура! Нет, я устал, прости. Что там такое? Я не знаю. У меня очки, бля, сколько они. Ты так не поймешь ничего. Ну, конечно же! Нет ее? Охуенно, нет, я хотел ее, реально. Молодец, спасибо. Там это, обложка синего. Да, они же не пластины. Корицу не прикинуть, говорить. Ассорти из Галябу. Если что, это подарок от Саши. Там начало можно говорить. Бренд такой интересный. А помнишь, что мне на день рождения дарили? Я знаю, что это. Саша от Тимура. Вау, как неожиданно. Нет, вообще неожиданно. Просто села камера, и поэтому мы по новой реагируем. Заново. Но я не открывал, да? Да, не открывал, конечно. Видно, видно. Там Костя. Бля. Это джинсу. Какой хороший. Трэш, а что она такая модная? Мне нравится. Ну, не такая маленькая, конечно. Я на себя примерял, была норм. А, да? Ну, тогда хорошо. Спасибо. Чеканки от Вадика! Вот так. Вир, 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 бог. Не жалко! Да богу, это блюпринт. Они много сделали. Это что такое? Что это? Это мыло? Мыло? Вау, Вадик, ёбаны! О, Гуччи мыло. Спасибо, Гуччи мыло. Ну, ты будешь мыть после улицы. Ты будешь мыть! Вот и послание на Новый год. Спасибо! Отличное пожелание. Наконец-то руки помоют. Эрочки от Карины. Так вот ты заебала. Это второй пока. А я как? Журнал там. Чувствую. Журнал, мягко. А ты знаешь, что надо было делать? Упаковывать непредсказуемо в форме звезды. Звезды какой-нибудь. Или сердечко. Ой, я. О, Гарри Стайлз. Упали в одном городе. Не-не-не, ни в одном, ни в одном.
там такого не было, иначе я бы купила, знаете. Спасибо. Ой, осталось так мало. Пакет. Я вижу только этот мешочек. От кого же это? Алла Пугачева? Не-не-не. Мой. А, Машин от Маши. Алла Пугачева, не обращай внимания. Можно я начну открывать? Мэри. Дает Мэри подарок. Там что? Блин, я забыла просто взять из шубы Милану. Это винтажная штука. Пиздец! Открывай, что там, как ты думаешь? Боже, я не знаю. Открыть что надо? Что там, что? Урыла, у нас две айкосницы сегодня! Прибавление к нам! Сумочку всю. Я не успел упаковать, но это Маша. Что? Да, синрайюшка! Маш, ты что, чёсаная ходить будешь? Бля. Еще и две, одну мне. Маш, гребень отдаём? Хотя бы пакет заберу. Ладно, мусор. Вадима, да ты заебала, уродка. Ужас. Сразу видно, подруга лучше. Аккуратно открывать, не, блядь, никак ты сейчас делаешь. Аккуратно? Ну, в плане, это не медленно. Почему все аккуратно? Ладно. Аня, круто. Пинцет. Ну, Элла модная. Ну, Элла. Она и мала. Руки убери, сука! Спасибо! Надеюсь, по размерчику. Эль, по-моему. Ну, надеюсь, Икселька. Димки! От Тимуркой! Димки? Клубнинки! Нет, там клубнинки! Клубнинки! Быра, 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 быра! Там блок нахуй подарков на час. Так я сделаю отдельно, видимо. Это просто книжечка про стиль. Я не помню, где, кстати. Показывай. Style on the street from Tokyo Beyond. Ой, я где-то видел какую-то такую. Ой, офигенно. Блин, спасибо. Саш, давай большой подарок. Я вообще не люблю. И кстати, у меня очки настолько дорогие, что вас нахуй здесь в квартире не касалось. У вас квартира дешевле стоит, чем это. Зиня, да, это Зиня. Ой, это опять Зинулькина. Просто там плохо упаковано, у меня не хватило бумаги, Зин. Прости. Как ребенок, так отвези. Опа. Вау. Зин, так ты ж лалипап? Где лалипап-то? Прикольный, как бы симо. Да нет, а, нет, свой. Я хочу по-другому. Хорошо. Я хочу эмоцию получить от остальных, а потом свое. Это подарок от Вадика. Я просто присутствовал и знаю. Но это тебе, Тимур, от Вадика. Да. Волнительно. Насколько хорошо знает подругу. А вот и проверим. Так, интригующе. Подождите, Лёвка. Нет, коробку переверни немножко, посмотри вот так. Что там? Нюд писташа муда. Что значит? Свечка. Фисташковый мудик. Фисташковый? Это что? Это такая вот интерпретация чего-то. Облачко. Что я легкий человек, я понял. Хороший подарок. Не, ну завернула весь пакет. Еще раз открываем. Гуччи. Колечко? Я сегодня умру! Блядь! Покажи! Блядь! I'm sorry. Ой, какое красивое! Классика жанра! Ай, подожди, фокус. Никаких объятий. Больше шок на лице. Для кликбейта! Не, на самом деле, правда, хуй подарок. Спасибо огромное. Да не за что, 7800 скинула. Нету. Федянин. Чего за что, блядь? Во-первых, да, свечи. Во-вторых, так. Офигенная тарелочка. Реально посуду идеи. О, это дым. Переверни, офигенно. Дымов керамика, заебись. Подарок. Зина. Зина. На расклад от Эллы. От Вадика. От Элкиной. Быра, быра, быра.
Зара! Офигеть, она у меня в гифте. Зажигай! Зажигай! Я не вижу поддержки. Вау! Офигеть. А это мой подарок для Маши. Но я не знаю, как его поднести, потому что его нужно надевать. Я вот так открою. Но его правда нужно надевать. Я его сделал сам. Офигенно. Надевай на носки. Смотрите, как красиво. Да, здесь, очень красиво. Здесь штофка, чтобы здесь были складочки, а здесь перья. А это на эту руку. И перьями как будто ты... Последний подарок. От кого? От Эли. От Эли для Александра. Я ненавижу коробки без... Там есть дебилкина. Приглядись. Без нич. Там есть. Сочувствуй, что-то есть, чувствую. Ты сегодня вся. Кости. Кост, Диор, вы что мне так... Трэш! Вау. Я что, бая? Это что? Вот это? Если не влезешь, размерчик поменять можно. Просто ты говорил 39-й, я 39-й. Да, это мой размер. Офигенно. Ну, а мне тут... Суперско. Еще на платформе, чтобы повыше. Реально. Бля, ой, 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 ой. Не зря сказал, я могу принять. Ребятки. С Новым годом! Стоп! Встаем, все. Маш, напивайся уже. Вам подарки и все, и лягу спать. Так, начнем. Вот это было колечко Гуччи, я его уже надел. Вот так вот оно выглядит от Вадима, очень красивое. Второй подарочек. Это у нас для, господи, блендер для того, чтобы делать смузи, такой портативный, вот очень удобный. У меня такой был, я попросил просто в виш-листе. Это единственное то, что попросил в виш-листе. Собственно, чтобы мне подарили блендер. Это мне подарил Яша. Еще он подарил мне цепочечку. Сейчас покажу вам, как ее. Ладно, пока покажу другую цепочку. Вот такую цепочку мне подарила Маша. Сейчас, это очень красивая цепочка. Это еще не все. И тут пуля. Знаете, такая метафора, типа, я непробиваемый человек. Я это сделал, вот, себе такую метафору придумал. И какие бы пули в меня не входили через меня, ну, опять же, метафорически, я буду сильным. Давайте мыслить так, по крайней мере. Так, стоп, а где от Яши цепочка? Мне это как бы моментик не очень нравится. Никто. На мне все это время была цепочка, я даже не заметил сейчас. У меня просто их три, и я уже перестал на них обращать внимание. Точнее, сейчас стало три, а было два. Так, цепочечка вот такого вот. Очень тоже красивая, характера такого вот, формата. Ой, я обожаю все аксессуары. Это мой любимый подарок. Мне прогадали, друзья мои, с этим точно. Еще Маша подарила мне мыло от бренда Zelinsky & Roseanne. Зимка подарила такие вот очень милые тарелки. Очень стильные. Прям уже хочешь что-нибудь в них поесть. А Вика мне подарила такой вот диффузор. Вспоминаете аромат? Табак, бергамот. Очень классно пахнет в квартире. И еще мне Вика подарила колечко. Такое вот колечко можно. Я трактую это как мысль о том, что не нужно себе ничего запрещать. Все, что мне нужно, мне можно. Мне кажется, как-то так, да. Очередное включение. Я приехал в Москву после отдыха в Стамбуле. Уже закончились новогодние январские праздники. И мне приехала посылка от девочек. Сейчас я хочу открыть ее при вас. Я ее еще не открывал. Мне очень интересно, что там. Итак, такая вот посылочка. Наклеечка Weekday. Очень-очень интересно. Такой, знаете, мандраж немножко даже. Блин, свитер, который я хотел. Марина с Настей мне его прислали. Офигеть. Это очень-очень мило. И знаете, как сложно было достать этот свитер со смайлом? Марина мне это рассказывала. Она сама это с трудом получила. И так круто, что они мне это прислали. И там еще что-то. Так, это я не знаю, что за свитер. Поэтому сейчас будем открывать. У меня уже улыбка на лице.
уже счастье. Кейтси, а ты там что? Нет, смотрите, какая еще елка уже, все. Дохшая немножко. Офигенного, офигеннейшего качества свитер. Блин, мне очень нравится. Спасибо, девочки. Блин, я не знаю, мне это прям сейчас очень подняло настроение, особенно после того, как я только приехал из аэропорта и получил такую посылочку. Давайте еще это откроем. Какой классный свитер, я не могу, офигенный. Блин, качество еще лучше, чем я думал. Нет, девочки всегда угадывают, что подарить. Точнее, знаете, у них есть какой-то вот мастерский талант это делать, правда. Я сейчас не преувеличиваю, не льщу. Это просто каждый раз в сердечко. И я надеюсь, что мой подарок им дойдет. Он уже идет с 18 декабря, уже практически месяц. Я очень хочу, чтобы они уже его увидели, наконец, но это я просто Почта России отправил. Другого выбора не было. Я так понимаю, там долгий загруз, большой, точнее, загруз. И поэтому она идет настолько долго. Вот.